Как сделать так, чтобы вы стали сидом своей раздачи? Для начала, после того, как вы залили игру, скачивайте свой торрент файл. К примеру, сохраняйте его на рабочий стол. Затем выбираете торрент файл в торрент клиенте. Жмете на три точки. Выбираете путь, там, где лежит у вас оригинальный файл. К примеру, у меня он лежит. Игры на PSP в папке Action. Вот. Так как вот игра, сам название торрент файла, и вот тут находится у нас игра. Жмете сохранить, и тут нажимаете ОК. Игра начинает проходить проверку. В торрент клиенте он становится серым. Как файл пройдет проверку, вы становитесь сидом своей игры.